Друзья, привет всем! Недавно была такая проблема, получил с Том Топа маленькую гитару, заказывал игрушечную, и она пришла разломанная. Я думаю, ну, пару выпусков назад это была у нас распаковочка. И в итоге решил все-таки, ну, буквально там через несколько дней увидел на Gearbest'е тоже гитару, тоже прикольную, но она должна быть побольше, она и подороже, и должна быть покачественней. И так серьезно вроде бы упакована, вот, я надеюсь, что ее не получилось уничтожить у службы доставки. Давайте будем пробовать распаковывать ее и смотреть. Я вообще в свое время учился в музыкальной школе и... по классу фортепиано, а потом уже, когда бросил музыкальную школу, начал заниматься гитарой. Вот, уже сам учился. Ну и у меня было две гитары. Одна со временем из-за того, что я не пользовался, когда пошел работать. Круто выглядит. Когда пошел работать, я долго не пользовался ей, и она... струны были слишком натянуты, и полотно задралось вверх. А вторая гитара моя, она была большая, висела на дверях, и кто-то грюкнул дверью, а под дверью стояла винтовка. И она упала на винтовку и пробила дно у нее. Естественно, после этого начался, ну, плохой звук, крепение у гитары. То есть, ну, залепить ее у меня не получилось. Давайте смотреть. Круто, очень круто. Это реально, реальная гитара, настоящая, только маленькая. Круто. Колки, все, шестиструнная маленькая гитара. Струны расслаблены, вот, три натянуты получается немного, и три расслаблены, видать, чтобы она по дороге не испортилась. Вот здесь вот плохо наклеена наклеечка, но вот тут она размазалась нормально, а здесь вот как бы пузырек остался. Внутри красили ее уже в собранном виде и, видать, красили из баллончика, потому что внутри вот такое черное пятно. Сейчас попробую подсветить. Вот, черное пятно, то есть видно, что она там белая внутри, и вот по центру, где дырка, черное пятно. Но в остальном выглядит очень круто. Вот здесь гриф прикручен не как обычно с этой стороны, а вот здесь. Проклеена еще клеем. Ну, я не знаю, как она будет строить. Попробуем. Звучит очень звонко. Ага, просто струна не вставлена. Сейчас мы ее вставим. При попытке вставить струну, затянуть, во-первых, она здесь не фиксируется, то есть отскакивает вот этот вот колочек обратно. Вот. И попробовал натянуть, выскочила струна, вот. И она здесь растянулась, то есть придется менять полностью эту струну. В комплекте идет одна струна, но, к сожалению, не та, которая нам нужна, и медиатор. Давайте посмотрим. Медиатор пластиковый такой большой. И струна, скорее всего, наверное, первая. Да, первая, она еще с красной оплеткой. Вот здесь для понимания, что это красная первая. Скорее всего, придется покупать новый набор струн, потому что если одну, ну, у меня были где-то струны, я поищу. Но, скорее всего, наверное, все-таки придется докупать одну струну. Точнее, ну, набор струн, потому что по отдельности их, я, насколько знаю, не продавали. По крайней мере, когда я играл. В общем, струну я настроил. Колок держится хорошо, то есть его нужно было просто притянуть вниз. Вот, он... такая настройка у него. Вот, осталось, сделал я, просто обрезал с этой стороны и закрутил по новой. Помогло мне в этом вот это устройство. Реально быстро все качественно сделал. Я не знаю, как я вообще обходился без вот этого вот, вот этой вот штуки, которую недавно тоже купил на распродажах. Обзоры на нее уже есть в распаковке. Вот. Сейчас попробую вспомнить, как ее настраивать. Попробую настроить. Уже сразу
скажу, что не совсем удобно, потому что пальцы крупные, и для взрослого человека гитара не подойдет. То есть ребенку для обучения, когда у ребенка маленькие ручки, она подойдет, причем струны мягкие. Еще я купил специальное устройство для настройки гитары, но оно еще не пришло. Поэтому буду вспоминать, как настраивали на звук когда-то в подъездах, и попробую настроить ее и вспомнить что-нибудь сыграть, потому что уже лет 7, наверное, да, больше, чем 7, лет, наверное, 15, не 15, но лет, наверное, 13 точно я не играл. Купил вот батарейку, попробую вспомнить. Него, и давайте попробуем разобраться, как вот он включился, и попробуем разобраться, как с помощью него настроить гитару. А ну. С. А что это С у нас? F. Он определяет сам, какую ноту мы играем, и показывает, что нам нужно отпустить или добавить. Получается, эту нам нужно подтянуть. Итак, добрался я до Е, то есть вот мы, первая струна у нас Е, вторая Б, третья G, четвертая D, А, Е. То есть здесь мы выбираем настройки гитару и по одной струне настраиваем. То есть нажимаем, не знаю, видно, не видно, давайте немного поменяю, вот так. Вот, когда я выбираю струну, вот оно, первая струна у нас настроена идеально получается. Вот, то есть мы поднастраиваем, пока она не будет. Теперь нам нужно вторую найти, а вторая у нас должна звучать как B. То есть E это, по-моему, ниже должна быть. G. Только что мы попали Е, и это она должна звучать так же, как мы первую настроили. Вот. Если чуть-чуть здесь сложность настройки этой гитары, потому что здесь нет ухода практически струны, и чуть-чуть там на миллиметр передвинул, и она уже скаканула черт знает куда. Вот, и получается у нас две струны будут звучать одинаково. Вроде настроил три струны. Чуть-чуть эту попасть не могу, но почти то, что нужно. Только что светило прям зелененьким, но, видать, немного струна потянулась. Вот. Вот. Осталось три струны. Настраивалось все отлично, пока четвертая струна опять не лопнула. Это которая у нас лопнула изначально. Я ее не перетянул опять, и вот она опять снова лопнула, я даже не пойму где. Ага, вот здесь она уже лопнула, вот. Поэтому, ну, в принципе, на этом можно закончить. Мне очень гитара нравится, единственное, что проблемы с струной, да, то есть куда купим струну и починим ее. И для взрослого человека не совсем удобно нажимать струны, то есть зажимать, потому что они соединяются и пальцами, то есть для ребенка пойдет нормально будет. А вот для взрослого человека, конечно, лучше, если вы хотите компактную маленькую, то лучше взять укулеле или там популеле и поиграться с ними. Ну а для ребенка эта гитара отлично подойдет. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!